Привет, зритель! Сейчас тебя ждет обзор моего ухода на июль. Как бы я тут полмесяца-то не жила и по большей части ничего особо и не пользовала, то, что на июнь заявлено было, но как бы это... Потому, наверное, большая часть и все еще жива. В общем, у меня тоник, он все еще тоник. Но это тот самый бывший алоэ-гель, который я разбавила остатки водой. И вот он, бывший алоэ-гель Полли. В общем, тут остатки алоэ-геля с водой фильтрованной. Я его использую как тоник для лица. Он будет юзаться в июле. Кайлаш Живанс, очередной бочоночек, это тот, который был куплен на июнь. Точно такой же я купила вот на днях, когда приехала в деревню. Ну, уже в деревню позавчера увезла. Я там обещала сделать обзор ухода деревни на лето, вот на летний период. Я вот приеду в ближайшие дни и постараюсь записать, как раз постараюсь еще и штатив туда взять. Универсальная штука практически от всего. От проблем с кожей. Так как у нас дело об уходе, то вот от проблем с кожей, кошка царапнула, порезались, ожог случайный, комар укусил, пчела укусила, помазали и помогло. Такс, у меня самопальный бальзам для губ имени меня, наполовину заюзанный, на большую часть даже. В общем, он у меня будет юзаться еще и в июле. Он у меня сейчас таскается в рюкзачке, которая типа сумочка. Пена для ванн. У меня как-то не очень получилось ее применить, но у нас еще в принципе июнь не закончился, а июль еще не начался. И возможно даже до уезда в деревню я еще успею полежать в ванне с пеной. Это у нас зеленое яблоко Эйвон. Ну как бы начало, самое начало лета, самое первое число, практически с 1 июня у меня были технические причины у организма, чтобы не полежать в ванной, а потом я уехала в деревню. Хорошая пена для ванн, это от Эйвон. Мне нравится вообще пена для ванн от Эйвон. Это подарок от подписчицы Лёли, за что ей спасибо. И вот она будет юзаться еще и в июне. В июле, точнее. У меня тут какие-то остатки, которые, хоть я ее и юзала перед уездом, и даже после уезда, я не знаю, там что-то еще осталось. Вчера еще буквально оно на руку вытряхивалось, что-то там было. Это от подписчицы Светы. Подарок Лунатура, японская марка, энзимная пена, порошок для умывания, пенная маска. Дофига экономичная, все никак не закончится. Я, правда, не всегда и пользовалась, учитывая, что почти 2 недели была в деревне, то я вообще не пользовалась, но когда я тут была, я ее юзала. Так, зубная паста, я не помню, говорила я в каком ролике или не говорила, или только думала сказать, или говорила в каком-то аудиосообщении в телеге, а потом его удалила, потому что мне что-нибудь там показалось некошерным. Короче говоря, вот зубная китайская паста там практически закончилась, она дофига экономичная, но там еще что-то есть. Я позавчера еще думаю, блин, практически ничего не выдавливается, а потом как-то открутила вот эту крышечку, поджала сверху вниз, и все еще нормально так пошло. Возможно, она будет в пустых баночках, но так как у меня пустые баночки май потом тире конец лета, то вот она будет в тех самых пустых баночках, они так по чуть-чуть копятся, там по баночке, по-моему, в месяц заканчивается. Хорошая китайская зубная паста, экономичная. Покупала на Wildberries. Такс. Крем от Ифраше день и ночь, универсальный, очень легкий, питательный, хороший, увлажняющий, со сроком годности до сентября, включительно этого года, все никак не закончится. Буквально вчера я мазала руки, когда смотрела аниме, а сейчас еще жарко, как бы им, ну, нет смысла мазаться и без него жарко. Он вкусно пахнет, он дофига экономичный, хорошо увлажняет, быстро впитывается. Очень надеюсь, что я его все-таки смогу доюзать до срока годности. Хороший. Когда-то что-то заказывала на Ифраше и выбирала его в подарок. Вообще, мне этот крем посоветовала моя подруга в свое время. Я не знаю, его еще выпускают, Ифраше или нет. Пюркамиль. Так. Хорватский алоэ гель. Просто алоэ гель, который выглядит как желе. Такой вот желе. Универсальная штука. Вместо крема для лица. Для тела, для рук и так далее. Если что-то там порезалось, также можно помазать.
от суперсухой кожи помогает. При случае можно даже маску для волос делать. Я помню, как-то с каким-то алоэ гелем делала маску для волос. Но его я использую так вот, как крем для рук, там лицо на ватный диск нанести, немножко протереть, если, допустим, оно ближе, чем алоэ тоник самопальный. Ну и, кстати, вот у меня тут что-то укусило меня кто-то. Какая-то букарашка, надо бы ногу помазать. Коленку. Зуд снимает, после загара хорош. Я вот сегодня впервые покупалась, но учитывая, что не умею плавать, и только еще учусь с прошлого года, и свой круг я еще не нашла. Я просто лежала, сидела, полулежала в воде где-то минут 35. Теплая вода, оно без крышечки, крышечку я там оставила в ванной. Это ProBioderm. Скраб для лица пробиотический для всех типов кожи, для всех возрастов. Номер 1350 мл. Это мне пришел во второй уже раз от Бакздрав на обзор. Отдельный обзор я его уже делала. Кому интересно, гляньте плейлист Бакздрав. Хороший скрабик. Единственное, вот мне не очень понравилось в этот раз. Как-то тогда я приноровилась выдавливать, а тут ну очень туго. Надо долго-долго пшикать, чтобы хоть чуть-чуть выдавилось. Как-то тяжеловато в этот раз идет он. Сначала вроде как-то приноровилась, приехала из деревни, не могла вспомнить, как это делается. Хорошее вообще очень много тут. Чуть-чуть вот здесь, если сухая кожа, то нанес, смыл, и кожа мягкая. Экономичный дофига. Так, у меня тут крем для ног, который юзался одно время как крем для рук. Не только как крем для ног, потому что как-то он такой клевый, он мне так нравится. Это подарок от подписчицы Лёли. Это... увлажняющий ночной крем для ног с экстрактом лаванды от Avon Care. Ну, в общем, я как бы его универсальный хотела сказать. Он для меня вот реально универсальный. Я не догоняю ночные крема для рук и для ног. Я его пользую обычно после душа. Вот без разницы. Утром душ принимала, вечером душ в середине дня. Вот он. Я думала, он закончится как бы в этом месяце. Но так как я уезжала в деревню, соответственно, он стоял тут и есть не просил, то он все еще, возможно, закончится в июне. В июле, точнее. Хороший крем. У меня это все никак не закончится. Тут совсем чуть-чуть осталось. А он все вот именно вот в таком состоянии кверх ногами. Это у нас тоже подарок от подписчицы Лёли. Avon Care, масло кокоса, восстановление, лосьон для тела, для сухой, очень сухой кожи. Здесь с морозом, да? Сейчас у нас лето, а тут Дед Мороз. Очень хороший, без запаха, ну, в смысле, без какого-то супер аромата там специального, не ароматизированный лосьончик. Я его использовала одно время как смывание мейкапа. Мой мейкап, это, как вы знаете, это только губная помада, либо блеск, либо бальзам для губ. Просто как протирать личико. Как лосьон для тела, как крем для ног, как крем для рук. Универсальная штука, но все никак не закончится. Так, у меня тут сливки косметические, которыми буквально перед тем, как увидела здесь писать, попользовалась, потому что у меня чуть-чуть не туда помада уехала. Так, Green Mama, формула тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика. Мне они очень нравятся, я с ними знакома с 2011 года. Они до сих пор выпускаются на Green Mama, хорошие, экономичные, в общем, крутые. Если что, я вам советую, правда, этот супер водостойкий макияж, он, ну, с первого раза не удалит, но хорошо. Даже я одно время их пользовала чисто как вот вместо молочка для лица, чисто лицо протереть. Очень хорошее. Так, чего у нас тут? Это вот упаковочка от него, оно само там в ванной лежит. Это мыло мне сестры дарили на 8 марта, Oriflame. Букет какой-то там. У меня еще из этого, ну как наборчик был, там крем для рук еще стоит в запасиках. Очень, слушайте, такое классное мыло. Тут 75 грамм, отдувает 75 грамм, улетит только так. А тут оно хорошо пенится, хорошо увлажняет кожу и довольно экономичное. Вот оно мне уже, наверное, третий месяц, наверное, будет пользоваться. Но правда, что учитывая, что я уезжала почти на 2 недели в июне, но как бы я сначала его пользовала как просто мыло, а сейчас я стала его использовать как вместо геля для душа. Ибо геля для душа у меня нема, но вот мыло очень крутое, оно вот на губочку такую пену дает, на всю тушку хватает этой пены. Кожа не стянутая, увлажненная, аромат приятный. И вообще, короче, оно мне очень нравится, и вот будет использоваться и в июле. Так, что у нас тут еще остается? Т-
Так, дезик я не взяла, он у меня из воска кокосового масла и там эфирных масел. Он в холодильнике лежит на дверце. Если ты вопрошаешь, Лёля, чем ты моешь голову? Особо, если ты только вот пришел до этого ролики, не смотрел, я и забыл. То у меня вот для шампуня специальная мыльная основа, и я на ней с разными добавлениями. Там иногда эфирного масла и какого-нибудь настоя. Иногда вот у меня тут был со сметаной, вот сегодня и мыло волосы. Козья сметана, один к одному в пропорциях. И вот эта мыльная основа для классического шампуня от выдумщиков. Мне очень вообще нравится мыльная основа от выдумщиков. И вот сейчас у меня еще был чистотел, мыльная основа, но к ней волосы привыкают, и она более жидкая, хотя тоже хорошо промывает, но вот волосы к нему привыкают, то есть мыльной основе, а к этой нормально. И сейчас я пользуюсь шампунями на этой основе. В общем, вроде ничего такого не забыла. Так, ну да, вместо крема для рук у меня сейчас вот или алоэ гель, или вот это вот. Так, у меня еще есть крем для рук, который Лёлечка дарила. Он от Avon, ночной с лавандой. И он у меня в сумке велосипедной. Сумка велосипедная сейчас не со мной, а в сарайке с великом. И вот там он таскается. Думаю, весь сезон будет велосипедный таскаться. В общем, вот такой вроде у меня уход на июль. Если реально что-то забыла, дайте знать в комменты. Я в следующий раз постараюсь исправиться. Всем спасибо за просмотр. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.